Сотрудник агентства Азербайджана по разминированию подорвался на мине на территории села Сархавант Агдамского района. Об этом говорится в совместном заявлении МВД и Анама. Хасил Эльдароглу Юсубов, 1997 года рождения, во время исполнения служебных обязанностей подорвался на противопехотной мине. В результате он получил травматическую ампутацию левой ноги в области лодыжки. Пострадавшего доставили в районную больницу, где ему оказывают необходимую помощь. Его состояние удовлетворительное. Напомним, что в постконфликтный период число жертв мин достигло 360. 68 из них погибли, а 292 человека получили тяжелые ранения. Об этом 22 мая заявил постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев во время выступления на открытом заседании Совета Безопасности. Он отметил, что Армения отказывается делиться полной и точной информацией об установленных на территории Азербайджана минах, несмотря на завершение конфликта. И тем самым Ереван намеренно затягивает процессы восстановления дооккупированных территорий и возвращения сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома. В результате конфликта Азербайджан стал одной из самых загрязненных минами стран, где около 1,5 миллиона мин и неуточненное количество неразорвавшихся боеприпасов представляют серьезный риск для гражданского населения в регионе, сказал Яшар Алиев.